А сегодня мы находимся в Андрюхе дома Демина, музыканта нашего. Делаем ему перила на лестнице на его. Вот этим баргоном аппаратом. Варим. Вот такие получаются неплохие шовочки. Вот. Потом он их зачистит. Варить, конечно, крайне неудобно. Он их потом зачистит, отполирует, покрасит. Будет красота, красота. Так что дома сидим, работу работаем. Надо помочь другу. Помогаем. Перила, конечно, не кованые, не хухры-мухры. Но во время кризиса, я считаю, такой неплохой вариант. Останется Андрюхе только все здесь шлифмашиночкой пройтись, ну и покрасить. Ну и, в общем-то, нормально. Что, вас нужно поздравить? Ну, пока еще рано, но мы, ну, мы на финишной прямой. Очень даже хорошо. Да. Да. Вот. Сейчас, вот чем занимаются музыканты и фотографы в период кризиса, да? Это талант. А почему варим аргоном? Потому что делаем, так сказать, по месту. И не хотелось варить уже ремонт уже такой. Ну, не хотелось бы здесь гадить там, дуговой сварочкой, поэтому аргончиком. Надо сказать, все подготавливал Андрюшенька. Все. Я так варил. Молодец. Получается красиво. Ой, как мне нравятся швы после аргончика. Зачищать ничего не надо. Нет этого. Нету везде. Дыма нет такого. Так что, если нужен сварщик, зовите. Мы и видео снимем, и смонтажируем все как надо, и сварим. Ой, ну песня. Просто песня. Это только часть таланта. Еще Серега на бас-гитаре играет, на барабанах. На нервах.